Здравствуйте, мои дорогие жители 151-го убежища. У меня к вам есть маленькое объявление. Я в рамках нашего убежища объявляю конкурс. Но не простой конкурс тупой репостов, чтобы халявы отжать. Нет, я хочу из вас выжать абсолютно все ваши творческие соки. Объявляется конкурс на картинку. Ну, не на одну картинку. На рисунок, на коллаж, на фотожабу, на что угодно. Все, что связано с живописью, но, наверное, не фотографией. Это может быть какая-то обработанная фотография, дорисованная фотография. По тематике. Тематику я выбрал довольно сложную. Выживание в 151-м убежище. Ваши работы вы можете присылать вот в эту группу. Там будет открыт специальный альбом, где вы можете выложить вашу работу. И с течением времени, а времени будет подробно написано либо в описании, либо вот в этой же группе, компетентное жюри, состоящее из многочисленного количества народа в моем лице, выберет победителя. Но прежде чем жюри выберет победителя, обязательно спросим мнение каждого жителя 151-го убежища. И его проигнорируем. Будут объявлены три победителя. И никто из них не уйдет безнаказанно. Каждому из них будет вручен, а может быть вручен, памятный сувенир от 151-го убежища. А именно, это вот такие памятные крышки Nuclear Cola. Прибыли они из еще более глубоких китайских подвалов, где трудится на благо нашего убежища целых три китайца. За первое место будет вручен абсолютно чистый новенький жетончик без следов коррозии серебряного цвета. За второе место чуть более старая крышка, которая слегка почернена. Ну и за третье место будет вручена бронзовая крышка, но тем не менее не менее ценная. Итак, жители убежища, участвуйте! Условия конкурса будут указаны под этим видео или вот в этой нашей официальной группе. Всем увидимся. Пока.